когда говорится речь Аллаха или слово Коран, есть два значения. Первое значение – это записанный на человеческом языке текст. Как мы видим сейчас, книга. Книга на арабском языке – Коран. И эта книга, и листы, которые в ней, и слова, написанные чернилом, и чернила, и арабский язык – все это, конечно же, создание Всевышнего. Все листы, все книги, все языки – арабский, русский, иврит и остальные – все это имеет начало. Все это создание Аллаха, Господа Бога. И в этой книге Коран содержится значение того, что Аллах дал знать. Это речь Аллаха, текст от Аллаха. И в этом тексте значение того, что Аллах сообщил. Когда этот текст называется речью Аллаха, это не имеется в виду, что Аллах как человек имеет какой-то голос, и он произносил эти арабские слова из Корана. Конечно же нет. Аллах никак не подобен созданным, и он не имеет качества созданных голос, или голосовые связки, или губы, или язык, или тембр, или прочее. Как и сказано об этом в Коране, «Лайса камитлихи шай» – «Нет абсолютно ничего подобного Аллаху». Этот текст Коран был ниспослан с доски судеб, был переписан ангелом Джибрилем, на русском его называют ангел Гаврил, был переписан этим ангелом с доски судеб по повелению Бога, и этот священный текст был спущен на первое небо, и с первого неба текст Корана частями передавался посланнику Бога на земле. Вот это первое значение слов «калямуллах», речь Аллаха и слова «Коран». Первое значение – это ниспосланный от Господа текст, который содержит значение того, что Бог сообщил. Теперь второе значение. Второе значение – это вечный сифат, атрибут Аллаха Аль-Калям, речь. И этот атрибут Бога Аль-Калям, речь, как и другие атрибуты Бога, этот атрибут вечный без начала и без конца. Он не появился. Повторюсь, все атрибуты Аллаха и речь, и всевидение – всеслышание, всезнание, всемогущество, воля и так далее. Все атрибуты Аллаха вечные без начала не изменяются и вечные без конца, они не исчезают. И этот атрибут Аллаха речь – это не голос, не шум, не звук, не состоит из букв алфавита. Это не какой-то человеческий язык. То есть это не какая-то человеческая разговорная речь на каком-то языке с буквами и голосом. Нет. Атрибут Аллаха речь – это бесподобная, ни на что не похожая речь. Она не выходит из какого-то места. Ее невозможно подслушать или записать на диктофон. То есть это не какие-то звуковые частоты, выходящие из какого-то места. Человек не может себе даже представить вечный атрибут Аллаха – речь. Ученый ислама имам Абиль-Музаффар Али-Сварайни, Али-Имам Аль-Кабир, большой ученый ислама, факих и муфассир, толкователь Корана, он родился в 471 году хиджры. Это больше, чем 950 лет назад. В своей книге «Ат-Табасуир фид-дин» на странице 154 он сказал: «وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى «Знай, что речь Аллаха Всевышнего «لَيْسَ بِحَرْف» «Не состоит из букв, из харфа». «Харф» — это на арабском буква. А вечный атрибут Аллаха речь не состоит из букв. «Алиф», «Ба», «Та», «Са», «А», «Б», «В», «Г», «Д». Это мы созданы, мы общаемся буквами и словами, а Аллах
неподобен созданным, и его вечный атрибут речь ляйса бихарф не состоит из букв. И вот дальше, сразу после этих слов ляйса бихарф, имам Алисфарини дальше сказал «Валя соут», и это не звук. Конец цитаты. То есть атрибут Аллаха, речь, это не соут, не звук какой-то тихий или громкий. Нет, речь Аллаха не подобна пению птиц или разговору человека. Вот, и все. И у меня больше не было никого из стран Балтии. Ляйса камитслихи шай. Нет ничего подобного Аллаху. И этим бесподобным атрибутом речь Аллах повелевает, запрещает, осведомляет. Например, ангелам дает знать о своих повелениях. А из человечества, из людей, за всю историю человечества только двоим людям Аллах снял с них барьер и дал им наяву услышать свою вечную, ни на что не похожую речь, которая ни голос, ни буквы и ни звук. Эти два человека были пророк Муса, Моисей, мир ему, и пророк Мухаммад, мир ему. А другие пророки и посланники Бога, они получали текст, священное писание, но не слышали саму бесподобную речь Аллаха. Вот это, что касается второго значения. Речь Аллаха и слово Коран. Второе значение – это атрибут Аллаха, речь. И именно вот это второе значение имеется в виду, когда говорится, что Коран не создан. Я думаю, многие из вас слышали такие слова, что Коран не создан. То что это значит? Это значит, что атрибут Аллаха, речь, не создан. Не имеется в виду первое значение, то есть не книги имеется в виду, а имеется в виду второе значение – это атрибут Аллаха, речь. Потому что книги и листы, конечно же, они созданы, ведь очевидно, что есть же год выпуска, когда эти книги печатались, то понятно, что эти книги, они имеют начало. Известный ученый ислама Табиин, Саляф, имам Абу Ханифа в своем труде «Аль-Фикх Аль-Акбар» сказал: ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له وقراءتنا له مخلوق والقرآن غير مخلوق. Это значит, наше произношение Корана создано, и наше написание создано, и наше чтение Корана создано, а сам Коран не создан. То есть, когда ты читаешь Коран про себя, или же ты вслух читаешь, и из твоего тела выходят звуки произношения аятов. Это создано. Ты создан, и звуки, исходящие из тебя, тоже созданы. И если ты сядешь и перепишешь на арабском весь священный Коран, и у тебя будет тетрадь или книга Коран, то эта книга тоже создана. وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٌ. А сам Коран не создан. То, что имел в виду здесь имам Абу Ханифа под словами «а сам Коран не создан», он имел в виду второе значение слова «Коран», то есть вечный атрибут Аллаха, речь. То, что я сейчас объяснял. И дальше в этой же книге «Аль-Фикх Аль-Акбар» имам Абу Ханифа сказал «Ваятакалляму ля какаламина». Аллах сообщает своей речью «ля какалямина», но его речь не такая, как у нас. Дальше имам Абу Ханифа продолжает «ванахну натакалляму биль-аляти валь-хуруф». Наша речь выражается при помощи органов и букв. «Валлаху та'аля ятакалляму биля-алятин валя-хуруф». А речь Аллаха «биля-алятин» без органов «валя-хуруф». И без букв. «Вальхуруфу махлюка» — буквы созданы. «Вакаляму Аллахи та'аля гайру махлюк» — а речь Аллаха Всевышнего не создана. Конец цитаты.
Вот это, дорогие мусульмане, вот это правильные убеждения по поводу атрибута Аллаха речь. И вот этот ученый имам Абу Ханифа, он родился в 80-м году хиджры. Это больше, чем 1350 лет назад. Он не виделся с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, потому что к тому времени пророк уже ушел из жизни. Но он виделся со сподвижниками пророка. То есть он жил еще во времена, когда были живы сахаба. И имам Абу Ханифа достиг самого высокого уровня учености, мучтахид мутлак. И нет никаких сомнений в том, что он был более знающий, более компетентный по вопросу атрибута Аллаха речь, чем сегодняшние псевдосалафиты, последователи Ибн Таймии, которые уподобляют Аллаха человеку и говорят, что атрибут Аллаха речь, что она будто бы, как у человека, состоит из букв алфавита и является звуком, как об этом написал сам этот Ибн Таймия, любимец псевдосалафитов. Он родился в 661 году хиджры. Это 581 год после Абу Ханифы. И Ибн Таймия, он противоречил Абу Ханифе и писал в своих книгах, что будто бы атрибут Аллаха речь состоит из букв и является звуком. Валь-айазу биллах. В нескольких своих книгах Ибн Таймия об этом заявил. И сегодняшние эти псевдосалафиты, последователи взглядов Ибн Таймии, их заблуждение дошло уже до такой степени по вот этому вопросу, что многие из них обучают, что тот, кто скажет, что атрибут Аллаха – речь, что это не буквы и не звук, что такой человек, он будто бы впал в куфар, что он говорит куфар – неверие. А великий имам Абу Ханифа ясно сказал, что атрибут Аллаха – речь – это не буквы. Теперь послушайте, что говорит Коба Батуми. Очередная ересь Коба Батуми, это просто она придет вас сейчас в шок. Коба Батуми отрицает, что речь Аллаха состоит из букв. То бишь он хочет сказать, что Коран это не слово Аллаха, что Коран он созданный. Что такое? И вот смотрите, вот он, вот послушайте, что говорит. Если там, я сейчас сижу просто на улице, тут кузнечики стрекочут, как бы они могут нам помешать, но я думаю, иншалла вы услышите. Послушайте. Не состоит из букв алфавита. Это не какой-то голос с тембром. Вот он говорит, смотрите, это его слова, если вы слышите. Это не какой-то голос из букв алфавита. Не похоже ни на что. Не состоит из букв алфавита. Это не похоже ни на что. Не состоит из букв алфавита. Вы слышали, что сказал Коба Батуми? Он сказал, что речь Аллаха не состоит из букв и алфавита. Упаси Аллах, это вообще куфр такое говорить. Речь Аллах Субхана ва Тааля это буквы. Хорошо? Это звуки, это голос. Речь голосом. И голосом. Хорошо? Аллах и обращается громко, и Аллах Субхану ва Тааля обращается тихо. И тогда воззовет к нему Аллах голосом. Голосом. Если речь, то речь, в буквальном смысле. Аллах Субхану ва Тааля говорит еще раз речью, которую слышно, слышимой речью. Как творения говорят речью, которая слышна? Да, это называется речью. Хорошо? Другой не называется речью. Итак, еще раз, по своему общему смыслу, понятие речь в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, еще раз говорю, по основе смысла, это та речь, которую мы знаем у творения. То есть речь Аллаха Субхану ва Тааля слышится, она произносится, хорошо? Она имеет свои новые проявления, она имеет что? Буквы, звуки, смыслы, слова,
голос. Понятно? Сказал Исмаил ибн Ибрахим аш-Шайбани в своей книге «Шарху ат-Тахавия», означающее: «Буквы и звуки созданы. Аллах создал их, так как люди нуждаются в буквах и звуках, чтобы общаться и понимать друг друга. А Аллах Всевышний не нуждается ни в буквах, ни в звуках». Это подтверждают слова имама ат-Тахавия: «Кто приписывает Аллаху любое человеческое качество, тот неверующий». Ученый в области науки единобожия Ибн аль-Муаллим аль-Кураши в своей книге «Наджму аль-Мухтади ва Руджму аль-Муатади» написал, что имам Абу Али аль-Хасан ибн Ато сказал: «Буквы следуют одна за другой, а то, что имеет последовательность, начинается и заканчивается, не воспринимается разумом, что оно вечное без начала. Ведь вечное без начала не появляется, то есть не имеет начала. Нет ни одной буквы и нет ни одного звука, которые не имели бы начала. А сифаты Аллаха вечны без начала. Кто говорит буквами, его речь – это последовательность произнесения звуков. Произнеся одну букву, он не может одновременно с ней произнести другую, то есть произносит их поочередно. А речь Аллаха не подобна речи созданных и не связана со временем. В судный день во время отчета все созданные одновременно будут слышать речь Всевышнего, обращенная каждому из них». Имам Алисфароини в своей книге «Ат-Табзиру фид-дин» говорил об убеждениях Ахли Сунна валь-Джама'а следующее: «Ты должен знать, что речь Аллаха – это не буквы и не звуки, потому что буквам и звукам присуще опережение и отставание, а это абсурд по отношению к Аллаху, вечному без начала». Имам Аль-Каусари в своей книге «Макаалату Аль-Каусари» сказал: «Изречения, в которых Аллаху приписывается голос, звук, недостоверные». Таким образом, все ученые Ахли Сунна валь-Джама'а, как саляфиты, которые жили в первые три века хиджры, так и халафиты, убеждены в том, что речь Аллаха – это не буквы и не звуки. Речь Аллаха не подобна качествам созданных, как и все другие сифаты Аллаха. Так считал Ибн Таймия, и так сегодня считают его последователи псевдо-саляфиты, ваххабиты. Они обучают, что атрибут Бога – речь, что она так же, как и у человека, с голосом, слышным звуком и буквами. А это противоречит аяту Корана «Ля иса камислихи шайи» – «Нет абсолютно ничего подобного Аллаху». И такое неправильное мнение, что речь Бога – это будто бы голос, буквы и звуки, такие воззрения есть в книгах иудеев. Это иудейские убеждения, это не исламские убеждения, дорогие мусульмане. И поэтому говорят, что ваххабиты – братья иудеев. Не в значении, что они друг друга любят, а в значении, что у них очень похожи убеждения, когда они говорят о Боге. А также такие неверные взгляды есть в Библии. В Бытие, в главе 3, в 8 стихе, там написано: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». То есть здесь приписано Богу и качество человека нахождения вместе, что словно Бог в раю находился вместе с Адамом и Евой. А вы все, я думаю, знаете, что приписывать Богу место – это неверие. Место – это творение Бога, а Творец не находится в своем творении. Он существовал до этого творения, до появления места. Как сказано в книге «Аль-Фатава аль-Хиндия», написанной больше 300 лет назад ученым имамом Низамуддин аль-Бальхи совместно с группой из 500 ученых, в томе втором на странице 282 сказано: «Якфуру би избатиль макяни лиллахи та'аля». Это значит, становится неверующим тот, кто приписывает место Аллаху Всевышнему.
И в этом стихе Библии также приписано Богу качество человека хождения и перемещения в местах. «Ходил в раю» написано. И приписано качество человека – голос. Никто из вас не сумеет сказать, что речь посредством голоса, букв и звука, что это не качество человека. Ведь каждый из вас говорит голосом, буквами и звуком. То есть это факт, что это качество человека. А все ученые ислама, все ученые Ахлюсунны Валь-Джамаа сказали, что тот, кто приписывает Богу качество человека, тот неверующий. Если этот человек был мусульманин и приписал Богу какое-то качество человека, например, место или органы или голос, то такой человек уже вышел из религии ислам. И чтобы вернуться в ислам, чтобы снова стать мусульманином, он должен убрать из своего сердца эти неправильные убеждения, придающие Богу качество человека. Убрать это из своего сердца и должен повторить вслух один раз шахаду для принятия ислама. Шахада — это два свидетельства ислама. То есть это слова «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулюллах». Или можно сказать эти же слова на русском языке. Нет Создателя, кроме одного Бога, и Мухаммад — его пророк. Вот эти слова — это шахада, два свидетельства ислама. Теперь, кто сказал и где сказал? Например, крупный ученый ислама имам ат-Тахави, который родился в 239 году хиджры, это ровно 1200 лет тому назад. Он был саляф, то есть жил в первые три века хиджры. И он был хафиз. Хафиз — это самый высокий уровень учености в науке хадисов, изречений пророка, мир ему. И в своей книге «Аль-Акида ат-Тахавия» этот имам ат-Тахави сказал: «Ваман васаф Аллаха, кто приписал Аллаху, биманан мин маанил башар, какое-то качество из качеств человека, факот кафар, тот впал в куфар, то есть стал неверующим». И точно эти же слова говорил имам Абу Ханифа и другие ученые ислама. Эти слова — это общее правило в исламе. Кто приписал Богу какое-то качество человека, тот становится неверующим. Это правило. Это правило. И перед этим высказыванием имам ат-Тахави в начале этой своей книги он сказал: «Хаза зикру баяни акидати ахлиссуннати вальджама». Эта книга — это объяснение акиды ахлиссунны вальджама. Акида — это вероубеждение, а ахлиссунна вальджама — это путь пророка Мухаммада, мир ему, учение пророка. Эта книга — это объяснение акиды Ахлюсунны Вальджама. И дальше в этой книге, я повторюсь, имам ат-Тахави упомянул, какова позиция Ахлюсунны Вальджама относительно тех, кто придает Богу качество человека. Он сказал, что такие люди впали в куфар, стали неверующими. Вот такова есть и была позиция Ахлюсунны Вальджама больше 1000 лет назад, когда была написана эта книга «Аль-Акида ат-Тахавия». И эту книгу никто не опровергал. Ни один ученый и ни один рядовой мусульманин. Наоборот, все с ней единодушно согласились. И более того, с тех пор, как была выпущена эта работа, сотни и сотни ученых ислама писали шархи, объяснения этой книги. Поэтому, дорогие мусульмане, не придавайте Аллаху качества человека, такие как место, или тело, или органы, или голос. Это не Ахлюсунна Вальджама, это не путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А также не говорите, что приписать Аллаху качество человека, что это будто бы не куфр, будто бы не выводит из ислама. Это тоже не Ахлюсунна Вальджама. В те времена, тысячи лет назад, когда были саляфы,
فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون افتح له قلبك هو الله العليم امسح دموعك رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم Когда сказано «Каля Аллах», «Аллах сказал», это означает «Аллах дал знать». Аллах своей бесподобной, беззвучной речью дал знать Моисею то, что означает «Лян тарони» – «Ты не увидишь меня». Это значение того, что Бог дал ему знать. Это не значит, что Бог произнес, как я сейчас произнес эти слова. Я думаю, понятно. Теперь идем дальше. Мы сказали, что в этом 143-м аяте из суры Аль-А'раф сказано, что пророк Моисей однажды пришел в назначенное ему время и был в определенном месте на этой земле, и он услышал бесподобную речь Аллаха. Был снят с него барьер, и Аллах дал ему услышать свою речь. И дальше в продолжении этого аята сказано «Каля Рабби арини анзур илайк». Это значит, что Моисей сказал «О Господь, даруй мне увидеть Тебя». Дальше сказано «Каля лан тарани валакин анзур иляльджабали фа инистакарра маканаху фасауфа тарани». Это значит Аллах дал знать Моисею, ты не увидишь меня, посмотри на гору, если она удержится на своем месте, то ты увидишь меня. То есть Аллах дал знать, что Он даст горе увидеть себя, создаст в горе возможность видеть Его, и если она устоит на месте, то Моисей увидит Аллаха. И дальше сказано فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Это значит, когда Господь дал горе увидеть себя, гора разрушилась, рассыпалась. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. И Моисей потерял сознание. Хвала Аллаху, который превыше всех недостатков, абсолютно не имеет недостатков, приписываемых ему угнетателями, в данном случае теми, кто предает Аллаху соучастников и уподобляет его созданным. Значит, дальше мы будем говорить об атрибуте Аллаха Аль-Калям, речь. Речь Аллаха – это его вечный атрибут, который не похож на атрибуты созданные. Речь Аллаха – это не буквы, это не звуки, это не слова, это не голос, это не на каком-либо языке. Речь Аллаха не начинается и не заканчивается. Если нас спросит человек, а почему так вы говорите? Мы же говорим Коран, речь Аллаха, мы же Коран читаем, пишем. Мы говорим, Коран лаху итлакан.
Когда мы говорим о Коране, используется в двух случаях. Мы говорим как атрибут и как лафз аль-муназза. Когда мы говорим как атрибут, это значит атрибут Аллаха. Значит, это не буквы, это не звуки, это не слова, это не арабский язык, никакой другой язык. А когда мы говорим о том, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, то, что мы читаем, то, что написано на листьях с помощью чернила, это значение речи Аллаха. Это то, что указывает на речь Аллаха. Ниспослан Аллахом, это не сочинение человека, не сочинение ангелов, это ниспослано Аллахом Всевышним через ангела Джибраила пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Там есть буквы, там написано на листьях, написано чернилой, и это буквы и произносятся с помощью голоса, звуки выходят и так далее. Но это не есть сам атрибут Аллаха, это то, что указывает на атрибут Аллаха. Значит, это убеждение Ахли Сунна валь Джамаа. Вот это так верят мусульмане в речь Аллаха. Есть две группы, которые противоречат мусульман Ахли Сунна валь Джамаа по этим вопросам. Одна группа мушаббиха, представители их сегодня ваххабиты, они говорят, что речь Аллаха – это буквы и звуки. Очень много. Мы говорим с помощью, произносим буквы, говорим на каком-то языке, на русском или на арабском. А Аллаху это не присуще. Аллах говорил о себе, «Лайса камитлихи шай», нет ничего подобного ему. «Лайса камитлихи шай».